Всем постам сработала сигнализация в доме 760. Место преступления отмечено на GPS знаком R. Вы создали аварийную ситуацию на дороге, а также выехали на встречную полосу. Мы его потеряли. Рот закрой. Говно должно говориться громче. Взяли, называется, да. Привет, это серия полицейских будней. Не забывайте, что я в СФПД, вступайте в СФПД. Кто хочет сняться видео, помочь в съемке, пишите в комментарии или в ВК. Топовые комментарии попадают в молнию, а те, кто хотят приветы, пишите везде, всем передам. Давайте добьем на канале до конца января 1500 подписчиков. Я вам буду очень благодарен. Передаю приветы Фоме Белуччи, Саше Клиффорд, Хэви Волос, Фоме Колдуинах, Фоме Новиков, Андрею Ринго, Логану Отшаласе и Марио Майораль. Также вводи мой ник при регистрации Ричи Пеналоза, и это не все еще приветы, они будут во время видео, так что погнали! Тут мы нашли человека по Вантеду, он не стал сопротивляться, я попросил у него документы, он сказал, что сдаться через одну минуту. Прождав одну минуту, он просто уехал, и мы его не догнали. Всем постам сработала сигнализация в доме 760. Место преступления отмечено на GPS знаком R. Здесь отчетливо видно преступников. Но когда мы выходим из машины, полицейский сотрудник входит в дом, а в этот момент преступник выходит из дома, стреляет в меня, он заходит домой. Потом после этого выходит полицейский и никого не видит, говорит, что никого нет. Все, он уезжает, оставил меня, и теперь выходит преступник, и мне приходится стреляться с ним. А он мне пишет пустоть там. Это что за прикол? И из-за него я погиб, потому что они вот так смешно разминулись вообще. И чего же он стал? Ага, он разговаривает по телефону. Это же 3.1 административного кодекса, за это полагается штраф $500. Джесус Баттерс постучал в окно. Поль Холланд открыл окно. Добрый вечерок. Достал документ из нагрудного кармана, затем предъявил его. На документе написано «Police Officer 3 SFPD». Да-да. Почему нарушаем? Что я нарушил? Вы создали аварийную ситуацию на дороге, а также выехали на встречную полосу. А еще мой коллега заметил, что вы разговаривали по телефону. Офицер, извините, весь день на работе. У меня встроенный телефон в автомобиль. Сколько там оплатить нужно? Я все понимаю, но из-за этого могли пострадать невинные люди. Достав с нагрудного кармана ручку и бланк для штрафа, вписал в него данные нарушения. Оплачиваю штраф, все отлично. Достав с нагрудного кармана ручку и бланк для штрафа, вписал в него данные нарушения. Оплатил еще один штраф. Так, на этом все. Удачи на дороге и больше не нарушайте. Саспект проигнорировал просьбу остановиться, начиная 10.57, Виктор Санфьера Эстребейн, L6, код 3, 1060 автомобиля Кэбби, 116 желтого. Да блин, куда ты выходишь? 10.20, Санфьера, Даунтаун, К6, напарник Ричи Пеналоза, 3-4. Мы его потеряли. Когда я вбил С60, он зачем-то становится в анимку. Опа-на, а вот и новое нарушение. Ха-ха, Арчер, а чего он так стоит? Сэр, заглушите мотоцикл, заберите руки с руля. Не покидайте свое транспортное средство, я сам к вам подойду. Открыл дверь крузера, держа руку на кобуре, направился к саспекту. Внимание, провожу трафик стоп 10.55, мое 10.20, Санфьера, Гартия, О4, С4. Добрый день. Достал документ из нагрудного кармана, затем предъявил его. На документе написано Police Officer 3, Jesus Butters. Почему нарушаем? Что именно? Вы создали аварийную ситуацию на дороге. Что?
10.1 административного кодекса. Вы стояли на дороге. На краю дороги. Нет, вы посередине дороги стояли. За это вам штраф. Куда? Заглушите. Я тут стоял. Нет, у меня на видеорегистраторе все записано. Если вы не согласны, то подавайте в МУД. Достав с нагрудного кармана ручку и бланк для штрафа, вписал в него данные нарушения. В МУД и подам. Оплатил штраф. Ахаха. Он ничего не докажет суде. МУДе. А чего это он так гоняет? Водитель Клоер светозеленого цвета с номерами 114. Прижмите к обочине, заглушите двигатель и держите руки на руле. Саспект проигнорировал просьбу остановиться, начиная 10.57 Виктор Санфьера, Колтон Гейтс, L4, код 3.10.60, автомобильный, 0, недоступен. Начиная огонь по неподчинению. И в итоге я не понимаю смысл нашей погони, что он просто так туда-сюда катался, а потом, ну, после... Он в любой момент мог выпрыгнуть в воду, но выпрыгнул после катания там мимо воды, и только потом прыгнул в воду и офнулся. Я не понимаю такого смысла. Зачем? Водитель Кловер светло-зеленого цвета номер 258. Примитесь к обочине, заглушите двигатель и держите руки на руле. В случае неподчинения законному требованию будет открыт огонь. Заглушите двигатель и поставьте руки на руль. Не выходите из автомобиля, я сам подойду. Внимательно осмотрел салон транспортного средства. Постучал в окно. Открыл окно. Добрый вечер. Вы нарушили 5.1 административного кодекса. Привет. А именно, езда по встречной полосе. Готовы оплатить штраф? Заехал немножко. Да, у меня наличных мало. Сколько там? Пытается проверить, есть ли деньги. На карте все. Такс, стойте тут. Садитесь за руль. А я к нему. Поедем к банкомату. $2000. Достав с нагрудного кармана ручку и бланк для штрафа, вписал в него данные нарушения. Оплачивать штраф, все отлично. Мне кажется, эта фраза очень часто используемая мной при поимке преступника и в предыдущих видосах, и возможно даже в сериях Повайта. Ну, так получается. Давай, давай, рассказывай, 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 давай, да. Рот закрой. Да. Никаких педружек. Вот и пойду. Вот и делать свои отчеты. Вот и буду делать свои отчеты. Вот и катать буду. Я в свате теперь, могу катать где угодно. Да ты еще мощный вообще. Вот, да, все, а ты заткнись. У вас такой лидер элитный, что я не могу. Ну это вообще ЛВПД такой. Да ладно. Да точно, а почему строй в ЛВПД, а не ФБР? Ну видишь, она просто завидует. Здесь работают элитные люди. Да и ФБР. Да все, а все, все, не оправдывайся, все, все, ты какашка. Нет, ты просто скажи, какашка. Почему тогда строй в ЛВПД, а не в ФБР или в ЛВПД? Кстати, да. Потому что ну, решили весь мусор собрать в ЛВПД. Нет, просто неправда. Чтобы вы у нас не мусорили с собой, да, вас собрали у тебя. На хате, понял? Нет, просто у вас месте, уже слишком, да. Вы сами там слишком намусорили собой, что у вас собирают просто вот здесь. Просто в элитную организацию ЛВПД не пускают. 2 hours later. Передаю привет Мэтью Рескон и Дмитрию Сливкину. Сейчас бы выходной день, всех собирать, понимаю. Я так и не понял, что будет. Кстати, с Анфисой Чеховой. А кто у нас Анфиса Чехова? Настя Кортес. А, ну она уже повернулась задом. Ага. Я понимаю. Да, я готов. Чего толкаешься, шилим? В смысле, ты сейчас быканул или мне показалось? Он быканул, тебе не показалось. А, гараж, я понял. Колонну выставили, щенки. Кто-нибудь сядет в первую машину. А вон товарищ из... Отлично, все, товарищ министр стал. Ну, в смысле, сел. А вот наш Коля никуда? Куда? На бутылку, главное, что. Майк Шилин остался. Ладно, я сейчас приду. Ростов уволен. А что мы стоим? Не готов туда ходить. Понимаю, я просто кофе пил. Ну, понимаю.
Понимаю, хорошо, я. А мы же не пожарные, алло. А что мы здесь делаем? На химзаводе у нас, да? У нас пожар. Оцепляем территорию. Мне кажется, новички, которые проходят квест, не смогут попасть на нефтезавод и продолжат прохождение квеста. А вот и приехало Министерство обороны и целая колонна. Говно должно говориться громче. А ты говоришь кулян. Все, МПшка закончилась. Очень долго просто стояли, ничего не делали. Ну и вот такая МПшка прикольная. Вы не думаете, что видео так просто снимается? Вот сейчас я вам покажу момент, который у меня часто происходил во время съемок, и я ничего с этим не мог поделать. Пошли его возьмем. Взяли, называется, да. Тренировка. 142 неудачно, 126 удачно, 126 удачно, 142 удачно. 1-2. Виталик со мной, получается. Я дам сигнал на рацию, когда начнем. Стрельба до брони. Только не убивайте, до брони. Дуэль на диглах. Мы побежали, я дам сигнал в рацию. Начинаем. Как? Я убит, можно сказать. Все, их команда победила. Победила дружба. Плюс 3000. Спасибо большое. Я очень рад тренировкам. Тогда полетели в ПД. Вы умнички мои. Ща бенз кончится. Два бенза осталось. Мы успели, долетели. Вадим и Ник при регистрации Ричи Пеналаза. Вступай в СФПД. Кто хочет приветы, пишите мне везде. Кто хочет молнию, пишите топовые комментарии. Также, кто хочет помочь в съемке видео и поиграть со мной, пишите мне также. Возможно, скоро еще один стрим. Ну что ж, всем пока.